Нахожусь на 10 этаже домика, который называется Триумф. Терем построил. И снимаю в сторону курортного парка. Вот, аллея 1000 сосен. Впереди озеро. Хребет Пшаф. Дальше передвигаемся к санаторию и поликлинике. Все в зелени. Сейчас будет горный санаторий. Санаторий. Хребет Котх. Городок нефтяников. Исторический центр горячего ключа. Вот такая вот панорама. Эту панораму я снимаю с дома Триумф первой очереди. 9 этаж. Вид на куда? На восток. На северо-восток. Северо-восток. Только что была администрация. Вот это вот в Пиковский дом. Сейчас мы будем смотреть район церкви и третьей школы. Медленно поворачиваем на Герик. Дальше смотрим. Частный сектор. Медленно переходим на хребет Котх. Видим санаторий горный. Так, но дальше мы ничего не увидим. И туда дальше хребет Пшаф.